26 июня 2022 года. Сразу скажу, не забываем подписываться на канал, нажимать на колокольчик, ставить лайки и побольше комментариев. В этом видео я расскажу, на каком этапе строительства наша теплица фермерская, что мы сделали, какого результата добились. Вот получается, теплица у нас на фундаменте фермы. Фермы изготовили сами, все сварили вот на таком фундаменте. Фундамент у нас 40 сантиметров ширина, глубину. Труба у нас получается вот так вот, сваривались 40 на 22 миллиметра толщина, и вот получились такие фермы. Практически закончили устанавливать, осталось вот с этой стороны одну ферму установить, и по центру надо соединяться. Вот там у нас уже соединено, вот так вот трубу будем кидать, и тут еще будем кидать одну, вторую, там третью, четвертую, и по низу еще вот так вот будет идти. Потом мы закрепим на зигзаге. Ну, перед зигзагами мы все это покрасим серебряночкой. Мусор еще, конечно, не убрали. Сегодня уже садим рассаду огурца. У нас осталось 20 дней до завершения строительства этой теплицы. Красим серебряночкой. Вот так получается. Там у нас будет кочегарка. Кочегарка еще тоже не готова. Так вот получается. Уже вид получился у нас. Вот эти вот старые бетонные клюшки на днях начнем вытаскивать. Потом мы почистим это все, перепашем и начнем высаживать рассаду. Ну, начнем, конечно, после того, как рассада вырастет, и накроем пленочкой. Что по теплице еще? Теплица у нас получается 12 метров шириной, 95 метров длиной. Будет пленочная, пленка китайская будет. Пленка будет двойная, надувная. По отоплению. Отопление будет водяное, плюс вулканы будут стоять. Вдоль каждой грядки будет идти труба, подогрев. Грядки планируем сделать короба, установить, чтобы теплее было корням. То есть деревянные, наверное, так поустанавливаем. Вот так вот в длину. И будем выращивать. Еще вот эта вот труба 60 на 60. Мы ее по центру вон там мы установим. Вот так вот на каждую ферму, чтобы лучше держалась и у нас не прогибалась. Ну вот на сегодня у нас вот такая вот теплица. Еще, конечно, не закончили, но время есть. Лето еще впереди. Тут тоже будет помещение техническое. Вот так вот. Не забываем подписываться на канал. Побольше комментариев, побольше лайков. Всем удачи!